юридическое обоснование нашей службы, моего личного поведения. Вы видели громкие заявления, притязания оппозиционного блока, мы знаем, к чему это ведет. Вот я об этом вам расскажу в понедельник. Ну, да, наверное, мы приобщим, и Ирина Владимировна и Светлана Александровна даст информацию уже по итогам совещания в Запорожье касаемо льготных лекарств. Говорили? То есть понедельник сессии не будет? В понедельник сессии не будет, на то есть причины определенные, точнее нежелание оппозиционера участвовать в этой сессии, так же как и афганцев. Я свои, может быть, резкие слова в адрес и той фракции высказал. В очередной раз мы убеждаемся, что их не интересуют вопросы жизнедеятельности города. Причем абсолютно, неважно, какие суммы, какие процессы они запускают, вообще ничего. Мы сегодня были на ремонте санации коллектора. Я говорил о том, что такая работа запланирована в городе на разных участках. И нужны решения сессии городского совета о софинансировании. Достаточно элементарные, простые вещи. 10% от выделяемых денежных средств. Это надо сделать до 6 апреля. Для меня, да для любого жителя города Мелитополя, это весомые аргументы, чтобы подложить какие-либо политические пререкания. Тем более там юридически все неоднозначно в том решении суда. Об этом я вам скажу позже. Но мы видим демонстративно, наши уважаемые оппозиционеры даже не захотели голосовать за персональный и численный состав комиссии и секретариата. Тем самым умышленно не дали возможность проведению сессии. А на ваше мнение, почему секретарь это такой плохой? Ну,